Всем привет, ребята, вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, и сегодня у нас, можно сказать, финал, потому что... Так, во-первых, мы играем Angry Birds Epic, и... Потому что сегодня мы заканчиваем серию арены. Посмотрим, буду ли я играть в Лиге Бриллиант. Ну, я думаю, пару серий можно будет выпустить, но... Сегодня мы наконец-то доходим до Бриллиантовой Лиги. Вот, осталось всего лишь 14 минут, и мы на втором месте, мне пришлось задротить без остановки, для того, чтобы догнать вот этих ребят, которые первые тройки, четверки даже, можно сказать, потому что они очень-очень сильно отрывались от меня, и вот я сегодня целый день сидел и догонял их. Ну что ж, ну, давайте пока что у нас 13 минут есть, мы поиграем еще пару... боев, вот, и думаю, по стандартной схеме наша цель — побыстрее закончить бой и получить больше кубков, то есть побыстрее убить флаг, скажем так, повалить флаг. А. Подогрев и ярость. Тамс. Там-тамс. Так, отлично, все трое восстановлены, и продолжим. И ред давай. В принципе, вот этот флаг противника, он не такой мощный, скажем так, и он ничего такого прям хорошего не дает. У него даже нету, то есть защиты от всяких магий, вот, то есть иммунитета нет у него, это очень плохо. Так, и... Ах ты, Ред. Ред защитил сейчас флаг. И, ну, мы все равно, я думаю, выиграем, но для начала, я думаю, нам нужно... разобраться. Охренеть, что это было. Так, давайте тогда мы сделаем так. Взорвем бомба. Бамс. И потом можно... Нет, еще. Сейчас. Реду добьем. Паладин. Так, урон по цели уменьшается на 35%. Все понятно. А, все у нас. В принципе, бамс, и закончили. Отлично. Может быть, даже мы за все это время сейчас, скажем так, за 15 минут догоним первое место. Но вряд ли, конечно. По 150 кубков догонять первое место — это очень будет сложно нам сейчас. Так, давай. 150. Ну, на всякий случай поиграем, потому что мало ли что может быть такое, что нас смогут обогнать, наверное. Так, что ты завис? Что же ты завис? О. Так, что у нас тут? Второе место все еще. У нас наши противники стоят на месте. Вот, не торопятся. Еще 10 минут. Я думаю, надо будет ускориться. Может быть, даже первое место займем и монет побольше получим. И реклама. Реклама. Давай, скип. Скип. Есть. Сейчас 100% ход врага будет. Ход противника? Нет, мой. Так, ну что ж, давайте как обычно. Да, отлично. И перец ярости. Бомб. И ред. Кстати, хорошо, когда у противника стоит месть, потому что
я их птичек вообще не трогаю, и мне, скажем так, никакого урона не наносится от того, что у противника флаги стоит вместе. Вот. И вот так вот быстро мы закончили, в принципе, очень круто. Да, давай сразу 150. Нет. Ни хренушечки. Блин. Еще. Там. И есть. Отлично. 180. 180 кубков. И сейчас посмотрим, сколько мы там. Сколько нам там осталось догнать. Блин, совсем чуть-чуть осталось. За 2 минуты мы исправились. В принципе, может быть, нам фартанет. Мы все-таки даже на первое место выйдем, не только на второе. Ну, действительно, ребята, было очень-очень тяжело, конечно, играть вот платиновой лиги. Соперники, блин, сутками, походу, играют, и еле-еле догнал. Да. Так, синяя троица ушла. Так, и Ред ушел. Тут, по сути, ребята, птицы нападают на того, у кого самая меньшая жизнь получается. Вот, в самом начале у нас у синей троицы просто по стандарту жизнь поменьше, чем у остальных, 4800 и 4900, да, вот. И в первую очередь они нападают на синюю троицу. И также дальше по игре, например, если у флага будет меньше здоровья, чем у птицы, они будут нападать на флаг. Вот. И я думаю, мы закончили. Есть, ура. Отлично. О, круто. 2 звезды, и нам нужно 195, да. Нам нужно 195. И давай. Нет. Там. Блин, а ну, где же ты? О, 195, отлично. Шесть минут осталось и 590. Блин, я думаю, все-таки я не успею. Опять, блин, реклама. И так времени нету, еще только реклама это. Быстрее. Есть. Mobile Strike. Очень-очень сильная реклама идет этой игры. И на Ютубе, и тут в Angry Birds в рекламах. О, опять. Опа-на. Иммунитет. Это не очень хорошо. Так, ушла наша синяя троица, и... Так, сейчас будет чуть-чуть подольше. Потому что синяя троица не получилось воспользоваться своей магией, скажем так. То есть был иммунитет, а вот сейчас получилось. Так, ловкий трюк называется. Ловкий трюк, подогрев у бомба. А у Реда... строение обороны. Так, давайте посмотрим, сколько у нас флаг. 5584, а Ред у нас... О, мы можем атаковать флаг. Бамс. И еще один ход, и мы закончим. Я так думаю. Все-таки, думаю, мы закончим. Да, отлично. Раз и два есть. Давай быстрее. Нам нужно больше времени. И...
Сколько? 4 минуты остается. 59 620. Ну что ж, давайте продолжим. Продолжим. И почему-то у нашего врага чаще всего именно вот эта месть получается. Почему-то, блин, противник еще и начинает. Сейчас сразу у нас синяя троица на кауте будет. Вот так вот. И давайте подогрев и ярость. Ярость. Рада. Бамс. Надо быстро играть, чтобы успеть. Эх, завалили нас. Та-та-ра-пульса. Уклонился, отлично. Но все равно в нокауте. Ловкий трюк пока что у нас действует у Цинь Троицы. Так, сейчас, возможно, мы используем 5200. И... Так, лучше всего сначала Реда используем. Так вот, о, отлично. Даже сразу финал. Сразу вынесли. Блин, всего одна звезда. Давай, быстрее. Блин, вот много времени теряется на рулетке. Колесо рулетки. Блин, а? Ну. Отлично, 150. Ну, я думаю, мы уже не успеем. У нас, наверное, осталось какие-то 2 минуты. Да, 2 минуты и 59 700. Мы не успеем, нифига. Вот, опять то же самое, опять месть у врага. Мстят все. Давай реклама, быстрей. Сейчас стопудово у нас замочат под конец. Так, и ярость. Давай, быстрее, ярость. Бамс, 8900. Отлично. Бомб, Ред. Давайте быстрее. Так, сейчас у нас Ред, походу, получит, да? Блин, еще и бомб. Давай, синий троица. 1500. Минус. Вот человек, блин, сейчас опять все не кроется, походу, у нас получит. Все окей. Раз. Так, получил. И у нас 4400. 4700, блин, не получится у нас ярость. Поэтому, я думаю, мы... О, так и так сняли, ни хрена себе. Ну, бомб. Блин, опять от нас звезда. Да. Сейчас сколько времени потеряем еще крутить. Давай. О, отлично, быстро. Быстрее. И у нас... 20 секунд всего остается и 59 920. И мы ни хренушечки не успеем. Ну, один бой мы с вами, конечно же, пройдем. Пускай будет, ничего страшного. Бамс. Я начинаю. Опс. Бамс. Почти половины нету уже у нашего врага. Опа, Реда выкинули. Синяя троица тоже получил шипами. Так, давай, бомб. Пока что ловкий трюк действует, да. И давай. Ловкий трюк. Ред, и все, следующий ход, я думаю, мы уже выиграем. Бамс.
петушки, походу не ходу, не пучки. Так, давайте сначала вот так вот и взорвем бомба. Бам! И сняли, есть, сняли флаг. Но уже наши очки, я думаю, даже не посчитаются. Вот. Бесполезно будет, сколько бы мы даже не заработали. Ну, попробуем 150. Это уже бесполезно, потому что время вышло. Его даже не примут. Вот, все, 150. Может быть, 150 примут на следующий у нас, на следующую лигу сразу. И окончено круто. Да, мы пришли на втором месте. Так, лига завершена. Сезон 5, неделя 9 из 12. Та-та-там, бриллиантовая лига, повышение, отлично. И так, мы получили 1100 монет, круто. Так, давайте все-таки мы, наверное, сейчас... Так, 8 штук нам нужно по-любому. Блин, тут еще для того, чтобы повторить, по 10 штук нужно. Так, хотя... А, нет. Так. Нам нужны крошки. Все, отлично, получили. И так. Ежедневные задачи. Новые достижения сразу. Бриллианты, лучшие друзья птицы. Круто. И так. Ежедневные цели арены. Выиграй в боях на арене и победи 3 вражеских птицы. В этом деле тебе понадобится Матильда. Самый простой, в принципе. Так. Победи в 5 боях на арене. Синие птички и птицы и Матильда должны быть использованы. Должны быть. Так. Победи в 5 боях на арене, используя класс Морской Волк. Ну, в принципе, ничего сложного. Такие нормальные. И у нас что за это дается? Так, 10 крошек у нас дается. И верхушка. И сам флаг. Ну, в принципе, ничего такого особенного нету. И я думаю, сейчас мы с вами будем ампайкинг делать. Ампайкинг и будем улучшать. Поэтому, я думаю, этот мы можем это сразу удалить. И вот это тоже сразу удалить, да. Из этих пускай все стоят пока что. И вот из этих тоже можем сразу все удалить. Сейчас наша цель достать вот такой же флаг, только с бриллиантовой лиги. Вот у нас шапочка такая крутая уже, бриллиантовая. Тут у нас ничего нового нету. Так, ну давайте начнем ампекинг, посмотрим, что нам попадет. Это тыква, подушка какая-то с бриллиантиком. Так, тыковка. Не то. Пока что нам не везет. Так, ярость. Тряпка. Красная тряпка. Щит ярость. Так, бриллиант на подушке. Бриллиант на подушке. Так, щит ярости. Красная тряпка. О, месть. Так, опять месть. Не то. Нам нужна коллекция. Блин, походу, ребята, мы вообще запарились сейчас их искать. Так, давайте-ка мы пойдемте сейчас посмотрим вообще, что они могут. Так, ну, они как бы мощные, конечно. Но я думаю, вряд ли они до какого уровня, интересно. До 4-го всего лишь уровня, и они к нам не подходят 100%. И нам еще, ребята, нужно, так, из наград что-нибудь. Нет, то есть из не наград, а из символов. Кстати, мы один символ уже получили. Это у нас вот этот новый, так, символ стойкости. Флаг получает на 10% меньше урона за каждую еще сражающуюся птицу. Так, ну, что-то мне кажется... А, вот это еще вроде бы новый, да.
символ воскрешения. Побежденные птицы могут с шансом 30% мгновенно вернуться в бой с 50% здоровья. Так, тоже новый у нас. И пока что все, пойдемте дальше. Хорюшка наша, давай золотая. Так, вещи из комплекта, это, ну, не то, что нам нужно. Давай, и... О, отлично. Повезло. Так, мы получили, ребят, сами сам флаг. Теперь нужно нам достать еще и верхушку. Верхушку нам нужно срочно доставать. Так, о, яблоко с самоцветами. Он даже больше, чем тот. Поэтому давайте мы его просто оденем. Ну, еще и посмотрим. Может быть, еще что-нибудь хорошее выйдет. Это же получается как круто, да, ребята? Он у нас лучше, чем улучшенная верхушка. Нет? Или да? А нет, это у меня просто другая штучка была, поэтому так показалось. Нет, все-таки она не лучше. Просто у меня верхушка была где-то другая, поэтому так. Вот. Чуть-чуть мы поверили в чудо. Так. Не то. Не то подушка. Желтый щит. Желтый щит нам точно не нужен. Так, не то. Верхушка. Вот гриб. Вот этот новый, кстати, был. Сейчас мы пойдем посмотрим, на что он способен. Так, пойдемте посмотрим. Наши символы. Символы наши, это где? Так. Где он? Где-то. А, вот он. Так. Греб времени. Нападающие или использующие навыки птиц могут с шансом 10% получить дополнительный флот. Так. Все понятно? Вот это тоже новое. Так, продолжаем. То есть, в платиновой лиге, ребята, я вообще, то есть, не улучшал флаг. Так, верхушка, но не то, что нужно нам. Верхушка из комплекта была. Так, давайте еще покрутим. Это все старое. Опять подушка. Так, тут самоцвет. Так, еще 226 монеток. Блин, хоть бы хватило. Блин, не то, вообще не то, не то, не то. Так. Ну, давай же. Верхушку хочу, хочу верхушку. Блин, а где же ты? Где же ты, где? Яблоко с самоцветами. Нам не нужно яблоко. Да. Ну, монеты-то заканчиваются. Монеты заканчиваются, а у нас верхушки ни хренушечки. Давай, у нас еще три попытки. Три попытки, и потом будет сосамбар. Блин, вот что за херня, да? И вот потом доставай, блин. Это, для этого нужен радужный бунт, походу, ребята, чтобы нормальные вещи из комплекта достать. Так, где у нас низ же был? Вот они внизу, то есть получается у нас каким образом? Так, 2 529, так, 2 100 20 тысяч, да, получается? Так, если мы его улучшим, получается у нас 20 тысяч. О, до 6 уровня и плюс 2 300, получается 20 000 плюс 2 300. В принципе, нормально. Ну, сейчас мы посмотрим и то улучшим. И будем смотреть, увеличим максимальное здоровье всех птиц на 10%.
Ну, такой обычный уж. Так, давайте выберем самый лучший. И у нас три попытки. Если за эти три попытки нам не повезет, блин, это будет вообще печаль, беда. Печаль, беда, блин, низ. Мне верхушка нужна. Верхушка из комплекта нужна. Не то. Блин. Да. Ну, давайте. Последний шанс и... Давай. Нет. И... Хренушки. Ну что ж, ребята, давайте сейчас мы с вами улучшим тогда... сам флаг. Вот этот. Улучшим мы его до 10 уровня, я так понимаю. До 10 уровня. И это 3527 получается плюс. И... Бамс. О, отлично. Так. Да, он на 784 лучше, чем прежний. А верхушки у нас нету, получается. И мы, я думаю, еще можем улучшить. Вот это мы не будем улучшать. Я думаю, вот это стоит использовать все-таки нормально. Да. И да, давайте посмотрим, насколько мы можем его улучшить. Так, всего 4 уровня. Ну, я думаю, это того стоит. И что, это типа стоит всего лишь 160 монет? Чтобы улучшить. Так, все, мы улучшили. Круто. Мы можем улучшить тогда еще вот это, если это так дешево стоит. Всего лишь по монетам, да, считают. То есть тут для улучшения именно символов нам не нужны вот эти крошки. Это круто. Что-то я до этого это не замечал. О, 900 даже. Ни хрена себе, он мощный. Вот это тоже давайте улучшим, тогда посмотрим. Все улучшим. А давайте деревяшки будем расходовать. Деревяшечки. Ну. А, мы же все тут взяли. Ну, ладно. Так, и тоже 6 уровень, 962, да? Так, отлично. Так, что мы видим? Что у нас еще есть? Мы еще можем улучшить, у нас есть, блин, ну он слабоватый, вот этот, слабоватый, и насколько мы его можем поднять, всего лишь 309, ну, давайте посмотрим, всего лишь на 2 уровня получается, да, или, да, всего лишь на 2 уровня можем его поднять, и такой слабоватый, слабоватый, этот у нас самый мощный. Блин, я был символ воскрешения, конечно, улучшил бы максимально. Ну, давайте пока что я его выберу и... Так. А, мы же еще можем, ребят, знаете, что сделать? Мы можем улучшить вот это. В принципе. И посмотрим. Сейчас. Так, 2100 и на 2100 больше, да? А нет. 2800. Посмотрим сейчас. 2800. Так, сколько плюс будет? Плюс 2300. Нет, даже не стоит улучшать. Да. Вот, ну, что ж, ребята, я думаю, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк. Всем пока.